Сегодня водитель НВК «Саха» Сергей Быков отмечает двойной юбилей – свои 65 лет и 45 лет трудового стажа. Еще в далекой молодости, выбрав профессию шофера, Сергей Федорович остается верен ремеслу по сей день, рассказывает Любовь Васильева. Все живем дружно, как это, одна семья, наверное. Сергей Быков – член большой дружной семьи якутского телевидения. 20-летним парнем, заступив на порог НВК «Саха», он полюбил свою работу и коллег раз и навсегда. Сергей Федорович работает в компании уже 45-й год. Его трудовая деятельность – история, сам носитель культуры и идеологии организации. До армии молодой Сергей уже отучился на сварщика и прошел курсы шоферов. Поэтому отслужил на железнодорожных войсках. Работал крановщиком. К концу службы его направили на строительство московского метрополитена. Но родной северный край, любимая Якутия, сделали свое дело. И он твердо решился остаться на родине. Вот так Сергей Быков пришел в студию якутского телерадиовещания в 1972 году. Привычка уже. На работу ходишь, как на праздник уже. Объездил всю Якутию. Командировки, ну, в принципе, это интересно для души узнать, где родился, там не пригодился, как говорится. Ну, в Москву не поехал, конечно. Метро пускай другие строят. Да. Сегодня в автопарке телекомпании около 30 машин, и в гонке за новостями ни одна не стоит на месте. В гараже постоянное движение, выезды, заезды. Эта атмосфера очень нравится нашему герою. Сергею Федоровичу комфортно работать в таких условиях. Он привык выходить на рейс в 4 утра и возвращаться домой в 12 ночи. По утрам возил наших дикторов радио и телевидения. Стало быть, от его каждодневного отношения к работе зависело настроение дикторов. А стало быть, настроение населения, телезрителей, радиослушателей нашей республики. После потери жены Сергею пришлось самому поднимать большую семью. Он один воспитал троих детей, и каждый из них получили высшее образование. А сейчас Сергей Федорович – дедушка 6 внуков. Коллеги, зная его жизнь, его железную верность в выбранном пути, дорожат его дружбой и ценят за простоту и многогранность. Кроме своих профессиональных обязанностей, он всегда помогает по хозяйственным делам и выполняет все сварочные работы. Интеллигентный водитель, очень деликатный, очень добрый. И вот он, кажется, как будто все время молчит, но его молчание очень такое красноречивое. С ним ездишь-то очень надежно. Сергей – незаменимый консультант в компании по огородным делам. Он очень хороший огородник. Все это знают, у него очень хороший урожай. И он охотно делится своими секретами. Сегодня у юбиляра хорошее настроение. Его поздравил родной коллектив. Руководство компании вручил ветерану труда золотой нагрудный знак НВК «Саха» и корпоративные часы. Праздник в кругу друзей запомнится надолго. А потом Сергея Федоровича ждет его путь-дорога. Любовь Васильева, Владимир Павлов, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.